рассекаем по вересникам. 4 марта 2020 года. Яма на яме, дороги сходят вместе со снегом. Йоколамане. Так, что-то здесь вот как-то посередке вроде ездят. Стуки идут прямо со днища. Как тут, что вообще люди живут? Посмотри, что. 21 век. Российская, понимаешь, федерация. Район Вересники, города Кирова, областного центра. Это, я не знаю, может быть, официально у нас признано гетто или что. Асфальтовая дорога, между тем. Как-то вот люди тут живут. Вон справа дом расселенный. Нет, живут еще. Ё-моё, колбасит-то как хорошо. И разгоняться-то здесь страшно. Люди детей вон рожают. Оба-на, оба-на, ямку поймал, какую хорошую. Здесь главное, наверное, пристегиваться и лежачих полицейских еще понаделать, чтоб не гоняли. Да? Ужас. Облез, а вон свет горит. Люди живут здесь. Обалдеть. А что сейчас еще увидим? Здесь пожарная часть. Надо же. Переулок Крайний, дом 10. О как. Как люди живут? Это что-то. Асфальт, кстати, хорошенький вон вроде. Собакин. Заборы высотой в 3 метра. Не дай бог, кто-нибудь что-нибудь увидит. Представляете, вот это вот областной центр Кировской области. И здесь люди живут. Какой-то переезд, что ли. Знак железнодорожного переезда. А точно. Пути вон. Ага. Да. Здесь хоть дом подкрашен. Дорожки деревянные, кстати. Сегодня смотрел про старые варианты реализации тротуаров в городе Вятке дореволюционной. Почему, говорят, в Вятке много курносых девушек? А потому что они на одну сторону доски ступают, а вторая поднимается, хлобысь. Вот это что-то. Люди-то дома свои любят даже. Вон там какие-то подковки из дерева сделаны. Да уж. Зачем? За кем лешим меня сюда понесло?